Торжественным парадом учителей открыли первосентябрьскую линейку в третьем лицее. В год педагога выразить благодарность своим наставникам – хороший повод. Дарить красивые букеты своим преподавателям – традиция, от которой нельзя отступить. В преддверии праздника в моей голове пронеслись воспоминания о том, как я сам собирался в первый класс, о том, как я отводил своих детей. И вы знаете, воспоминания исключительно теплые и светлые. Я хочу пожелать вам всем, чтобы сегодняшнее ваше состояние и настроение вы смогли бы пронести с собой сквозь весь учебный год. Больше всех 1 сентября рады первоклассники. Для них День знаний – это первый шаг в новую жизнь, которого каждый ждал с нетерпением, как, например, Елизавета Пономарева. Каждый день дни считала, каждый день говорила, когда мама нужна, ну, первый класс, когда мы пойдем на линейку. Когда 1 сентября каждый день спрашивала, сколько дней осталось. Она в 5 утра соскочила, мама, мы линейку не проспим сегодня. Я говорю, подожди, еще немножко, давайте поспим. Лиза целое лето ждала начала своего первого учебного года. Девочка мечтает учиться на отлично. Для этого она ходила в подготовительный класс и, кстати, уже многое умеет. Я умею рисовать и считать. А до скольки считать умеешь? До 100. Елизавете выпала честь подавать первый звонок. Сопровождал ее Матвей Тюкавин, ученик 11 класса. Вообще, если честно, первый звонок в лицее – это всегда огромная честь. И я очень благодарен тем учителям, которые, видимо, меня выбрали. Честно, грустно, то, что это последнее 1 сентября, но от этого такой особенный флер. Ты все равно приходишь, и у тебя воспоминания, очень большие планы на этот год. Первый звонок – это не менее важное событие и для учителей. Светлана Анатольевна в этом году выпускает 11 класс. К этому она подходит со всей ответственностью. Замечательные ребята. Они тоже перед собой уже поставили цели. И поэтому в течение вот этого последнего школьного учебного года они, я очень надеюсь, что приложат все усилия к тому, чтобы тот путь, который они для себя выбирают, оказался для них самым правильным и самым верным. Для 11-классников сегодняшнего дня начался обратный отсчет. Впереди экзамены, поступление в вузы. Первоклассники же только начинают свой школьный путь. Знакомятся с учителями и соседями по парте. После выходных с 4 сентября ребята приступят к учебному процессу.